открывается первенство Европы по тяжелой атлетике 1956 года. Зал Мезухали, столица Финляндии, Хельсинки. На помосте спортсмен легчайшего веса, представитель Чехословакии Сайтль. Зачет производится по сумме трех движений – жима, толчка и рывка. Выступает чемпион мира, советский спортсмен Владимир Стогов. Он вновь подтверждает свое высокое спортивное мастерство. Вес взят. Владимир Стогов, чемпион Европы. Второе место занял болгарин Георгиев. Третье – чех Сайтль. На штанге 125 килограммов. Советский спортсмен Николай Костылев четко фиксирует в рывке этот огромный вес. Установлен новый мировой рекорд. Звание чемпиона Европы в легком весе завоевал Николай Костылев. Соревнуются спортсмены тяжелого веса. Выступает чемпион Европы 1955 года, финский атлет Эйно Мякинен. Вес взят. Западно-германский штангист Теодор Альдринг весит 173 килограмма. Неудачно. Советский спортсмен Алексей Медведев оказался сильнее всех своих соперников. У него лучший результат в троеборье. Алексей Медведев – чемпион Европы. На втором месте Альберто Пигаяни, Италия. На третьем – Франц Хельбль, Австрия. Советские спортсмены добились выдающегося успеха. Они заняли 6 первых мест из 7.